Ассаламу алейкум. Совсем недавно мы начали вести свой YouTube-канал и столкнулись с такой проблемой, как нехватка рабочих рук. Пока кто-то работает, у нас нету достаточно хорошего оператора, который бы снимал всю работу. И сегодня мы будем решать эту проблему. Взяли ножки от лучевого уровня, и она нам не подошла из-за вот этой вот резьбы на штоке. Для этого мы взяли шток от Сергея, приварили болт, он вставляется сюда вот так. К нему будет приварен еще один шток. Приварили второй шток, позже ко второму штоку приварили болт на 10. И вот такой штатив у нас получился. Недорого, богато, но эффективно и улучшит наши рабочие показатели.